Районы Ульяновска и Казани подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи в документе поставили глава администрации Заволжского района Ульяновска Наиль Юмакулов, глава администрации авиастроительного и Новосавинского района в Казани Тимур Алибаев. Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов и инициатив в социальных и производственных сферах, развитие малого бизнеса, научно-технических разработках и совершенствование системы управления. Добрососедство – это не нами придуманная, добрая, хорошая, замечательная традиция нашей большой родины. И то, что мы сегодня вместе с Наиль Хасановичем и с коллегами из Заволжского района Ульяновска подписали это соглашение, обязательно поспособствует тому, чтобы существующие уже контакты между нашими производственниками, а вы знаете, что здесь на территории вашего района располагается крупнейшее авиационное предприятие нашей страны «Авиастар», и в авиастроительном районе он и называется авиастроительным, потому что там располагается и авиационный завод, и моторостроительное производство, и вертолетный завод. Вот между нашим муниципальным уровнем управления, между нашими творческими коллективами, между нашими предпринимателями. Конечно, я думаю, вот эти контакты, они станут более теснее, более плодотворнее на пользу обеим сторонам. После подписания соглашения гости из Татарстана посетили производство окончательной сборки АО «Авиастар СП» и приняли участие в праздновании Сабантуя в Заволжском районе Ульяновска. Лилиана Рахматуллина, Андрей Полянский, новости Ульяновской правды.